Шокирующий переворот в жизни певицы произошел еще 2 недели назад. Латвийская певица Лайма Вайкуле шокировала мир шоу-бизнеса, разведясь со своим мужем Андреем Латковским после почти 40-летнего брака. Ну а 2 дня назад известная певица в одном из ресторанов города Юрмала играла свадьбу с молодым 30-летним танцором по имени Римас. Однако молодой парень, которого Лайма Вайкуле практически затащила в дворец бракосочетания, шокировал свою жену своим условием для брака. Свадьба проходила в закрытом ресторане, где была запрещена фото- и видеосъемка. Поэтому мы делимся с вами только пикантными подробностями гуляния. Коллеги и друзья Лаймы Вайкуле осуждали певицу за столь неожиданный и стремительный брак. Ведь танцора Римас, с которым познакомилась певица 2 месяца назад, принес Лайме Вайкуле только разорение. В свое время певица переписала на молодого человека свой личный банк, особняк и несколько магазинов. Однако парень воспользовался наивностью певицы и оставил ее практически без дохода. После этого случая отношения вновь сошли на нет, но танцор очень хотел построить музыкальную карьеру, и он вновь обратился к Лайме Вайкуле. После этого будущий муж и жена уже не расставались. Однако Римас поставил условия для Лаймы Вайкуле. Если они поженятся, в их доме всегда должна находиться его бывшая девушка. Правда, в каком качестве, непонятно. Однако, по словам друзей певицы, Вайкуле настолько влюблена в молодого парня, что согласилась и с этим условием. На свадьбе не присутствовали близкие друзья и коллеги Лаймы Вайкуле. На свадьбе были в основном гости со стороны жениха, молодые люди возрастом до 30 лет. По словам латвийских корреспондентов, Лайма Вайкуле выглядела немного уязвленной, так как ее жених во время гуляния станцевал несколько танцев со своей бывшей девушкой. Стало известно, что все свадебное гуляние оплатила невеста. Ради этого она разрушила свой американский депозитный счет. По некоторым данным, сие торжество обошлось Лайме Вайкуле в 25 тысяч долларов. После свадьбы молодые собираются жить в особняке Лаймы Вайкуле в центре Юрмалы. Вайкуле простила своему мужу прежние обиды и готова помочь Римасу и его бывшей девушке в построении музыкальной карьеры. Коллеги Лаймы Вайкуле считают, что певица просто сошла с ума от любви. Они не верят в счастливый брак и предостерегают певицу от ошибок.